Итак, сегодня будем готовить говяжью печень. Будем жарить с луком. Здесь у меня говяжья печень уже почищенная, приготовленность. Лук, чеснок, масло налил. У нас такое масло продается из виноградных косточек. Нам нравится. Нет ни запаха, ничего абсолютно. Скорее всего, это видео, чтобы не забирать ваше время, я сделаю из нескольких частей, а потом попробуем склеить и показать вам не таким уж длинным.